Ростовский зоопарк показал, как орангутанг Цезарь балуется с простыней. Кадрами поделился портал Дон24 с ссылкой на пресс-службу учреждения. На видео животное прячется под простыней, а затем поднимает ее, заигрывая с наблюдателями. После Цезарь пытается использовать ткань как одеяло в качестве накидки или наряда. Как забавно, в зоопарке напомнили, что борнейский орангутанг Цезарь родился в московском зоопарке в 2010 году. Летом 2016 года вместе с мамой Ноной он переехал в калининградский зоопарк, а в 2019 году, когда настало время расстаться с родительницей, прибыл в Ростов-на-Дону.